Уважаемые коллеги, уважаемые студенты, здравствуйте. Очень рада вас видеть. Благодарна вам, что подключились. Приятно сотрудничать с вами. С огромным удовольствием продолжаю с вами работать. Здравствуйте, уважаемые коллеги, еще раз уважаемые студенты. Очень приятно продолжать с вами сотрудничество. Я хочу передать вам огромный привет, самые лучшие, самые добрые пожелания от группы моих польских коллег. Спасибо, Руслана, спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Ну, еще раз встретились, да, с вами. Давайте, надеюсь, не последний. Да, да, в прошлый раз хорошая была конференция вот, с вашей стороны. Спасибо. С вашей стороны тоже очень хорошая. Мы очень благодарны вам за постоянную дружбу, поддержку, за помощь и... С огромным удовольствием продолжаем с вами сотрудничать. Всегда очень самое такое вот доброжелательное, приятное отношение видим со стороны нашего руководства и благодарны, с радостью всегда с вами работаем. Я хотела бы передать самые теплые, хорошие пожелания здоровья, процветания, удачи руководству вашего университета, всем преподавателям, коллегам, студентам от моих польских коллег. И мы выступили с такой инициативой и очень благодарны руководству вашего университета за поддержку ректорату, проректорам, завкафедрой, за такое вот преподавателям, за дружескую такую вот всегда руку помощи. И мы предлагаем сделать такой небольшой цикл лекций, где каждую лекцию будет читать другой преподаватель, рассказывая о своих научных исследованиях, о своих планах, о своем научном направлении для студентов, для сотрудников. Сегодня я также мы предложили, чтобы часть лекции прочитал пан профессор Януш Собань. Вы с ним знакомы, он приезжал, он очень тепло всегда вспоминает ваш университет. Да, да, да. Большое спасибо вам за такой красивый прием. Пан Януш очень рад шапке и мантии, которые ему подарили. Он ее очень любит и благодарен, и фотографии держит всегда везде, всем показывает, что ему очень красиво так поздравили его. Также с вами очень хочет познакомиться и работать пани профессор Уршула Колосинска. Это профессор из Варшавы, эксперт Европейского банка, специалист очень серьезный, практик в области банковских отношений, такого вот высокого уровня. Она тоже говорит на русском языке. Также мы предложили пани Уршуле сотрудничество, и пани Уршула с удовольствием тоже прочитает лекцию у вас. Также мы говорили о том, что может, если вы согласитесь поработать, пан Дариуш Собань, это сын господина профессора, тоже профессор молодой, специалист в области европейских экономических отношений. На сегодня он возглавляет отдел евроинтеграции Щетинского поморского воеводства. То есть это с одной стороны ученый, с другой стороны практик. Ну, может быть, еще коллеги кто-то присоединится. Будем очень рады, если вы разрешите с вами работать и будем с удовольствием с вами сотрудничать. Спасибо вам большое за постоянную поддержку, за такую вот дружбу, за организацию. Я думаю, что еще и еще и еще что-то будет нового, интересного, полезного для каждого из нас. Да, сейчас должно войти. Вот в прошлый раз много студентов было.
Подключаются, подключаются. Да, сейчас подключается, ага. Немножко подождем, все подсоединятся, будем работать. Все хорошо, есть уже у нас хорошая аудитория. Кто захочет еще к нам постепенно присоединиться, вот еще есть желающие, еще это очень замечательно, то есть постепенно подключаются студенты. Тем более приятно, что нашли студенты время в пятницу, когда уже закончена такая тяжелая трудовая неделя. Да. В свободное время фактически свое. То есть такое. Спасибо вам и за уважение, и за такое вот хорошее, теплое отношение. Руслана, извините, можете дать разрешение на запись? Конечно, с удовольствием. Ага. Пожалуйста, буду. Записывать этот. Пожалуйста. Конечно. Итак, уважаемые коллеги, уважаемые студенты, уважаемые друзья, с огромным удовольствием продолжаю с вами работать, продолжаем наше с вами сотрудничество. Мы уже больше года ведем с вами совместные научные проекты. Это конференции, это цикл открытых лекций, которые мы с вами вместе проводили. Это, надеюсь, все-таки рано или поздно мы сделаем какие-нибудь интересные совместные исследовательские программы. Еще раз хочу вас поприветствовать от имени моих коллег. И начинаем с вами такой вот цикл открытых лекций, в котором примут участие преподаватели нескольких университетов, посвященный вопросам развития научного сотрудничества, вопросам развития современных инновационных технологий в области инженерии, информатики, экономики, управления, банковского сектора. И передаю вам привет и также объявляю вам, кто будет с вами работать, уважаемые коллеги, уважаемые студенты. Это я. Меня зовут Руслана Селезнева, я PhD в области информатики. И на сегодня я работаю в нескольких университетах. Это университеты Польши, ВУСБ, Humanitas. И также я работаю в Украине, это Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. Это лучший на сегодня украинский университет, ведущий в мировых рейтингах и так далее. Также сотрудничаю постоянно в Висконсин Арт Юниверсити, это американский вуз, в котором тоже работаю в онлайн-режиме. Очень благодарна вам за возможность работать с такой представительной аудиторией, за возможность сотрудничать с вами. Также с вами будет работать господин профессор Януш Собань, это доктор экономических наук, профессор, известный ученый в области международной экономики. На сегодня господин профессор Януш Собань входит в комиссию экономических европейских экспертов, автор многочисленных учебников, автор проектов для Европейского Союза. Также господин профессор Януш Собань заведующий кафедрой в одном из ведущих вузов Польши, это вуз Академия Якуба Спарадижа в Гожеве Великопольском. И также господин профессор Януш Собань постоянно работает в Болгарии в Варнинском свободном университете. Также с вами будут работать уважаемые студенты, уважаемые коллеги, пани Уршула Колосницка, это профессор из Варшавского университета экономики и менеджмента. Пани Уршула Колосницка не только преподаватель и университетский профессор, она практик бизнеса, она работает в Европейском банке. То есть это человек, который один из ведущих экспертов в области современных банковских европейских технологий. И также с вами будет работать руководитель отдела Европейского
европейской интеграции Поморского воеводства, профессор PhD господин Дариус Собань. Ну и открою вам маленький секрет, это сын господина профессора Януша Собани. Тоже молодой такой вот известный ученый. То есть вот такая вот у нас с вами программа. Руководство вашего университета составит график работы, график таких вот лекций. И мы все с удовольствием будем с вами работать и продолжать наше научное сотрудничество, наш цикл открытых лекций для совместного развития новых образовательных, научных проектов, для развития проектов академической мобильности в Европейском Союзе, в других странах и проведения совместных исследований. Уважаемые студенты, уважаемые слушатели, я сегодня хотела бы поговорить о одном из аспектов современных информационных технологий, о том, что сейчас очень актуально, что сейчас у всех постоянно используется. Я хотела бы поговорить о облачных технологиях и о технологиях облачных вычислений. Я выбрала эту тему, потому что на сегодня это одна из самых трендовых, самых главных, самых важных тем в области современной информатики. Это то, что сейчас на острие научного прогресса и то, что сейчас используют и практические инженеры, и специалисты в области вычислительной техники. Это очень популярно в экономических приложениях, в медицинских приложениях. То есть это современный тренд. Поэтому давайте поговорим сегодня о облачных вычислениях. Облачные вычисления – это одна из самых популярных на сегодня тем в сфере информатики, в сфере IT-индустрии. Очень много статей, очень много книг, очень много форумов, сайтов, конференций посвящено технологии облачных вычислений. Существует огромное количество решений на рынке IT-продуктов, которые на сегодня стали классикой нашей жизни и без которых мы не можем представить сейчас нашу современную IT-индустрию, современную информатику. Но, однако, всегда во всем хорошем есть разные аспекты. И по-прежнему, несмотря на то, что облачные технологии стали нашим классическим приложением, существует огромное количество ноу-хау, огромное количество инноваций в области компьютерных вычислений, в области cloud computing. Давайте поговорим о том, что это, и сделаем такой небольшой экскурс. Облачные вычисления или cloud computing – это современная технология разработки распределенных данных, при котором компьютерные ресурсы, компьютерные мощности представляются пользователю как современный интернет-сервис. То есть, говоря простым языком, облачные технологии – это рабочая площадка в интернете. И эта рабочая площадка находится на удаленном сервисе. Практически каждый из нас сегодня использует современные технологии, использует почту, использует другие технологии. И у каждого из нас возникают проблемы, когда мы должны делать один документ сообща, мы должны работать вместе, мы должны выполнять сообща общий проект, делать общую задачу. И в таких ситуациях всегда на помощь нам приходят облачные технологии обработки данных. В чем же состоит разница между традиционными технологиями обработки данных и технологией облаков? Разница состоит в том, что процесс происходит на сервере, в сети. И именно это трендовая техническая инновация называется облачной технологией. То есть, говоря другими словами, облачные технологии – это разнообразные аппаратные, программные решения, методы
инструменты, которые представляются интернет-пользователю для реализации своих задач, целей, проектов. Как показывает практика, под облачными технологиями, облачными серверами понимают следующую пирамиду, то есть это программное обеспечение, это платформа и, конечно, это инфраструктура. И основание такой вот технологической пирамиды — это в первую очередь IT-инфраструктура, то есть это набор физических устройств, это набор серверов, жестких дисков и так далее. И на этой платформе постепенно наращивается, настраивается набор услуг, и верхушкой этой платформы является программное обеспечение, доступное для каждого пользователя. То есть, если говорить о облачных технологиях, это некоторый базис-вектор, который получен в результате синтеза целого ряда технических, технологических подходов. Это технологии виртуализации, это технологии программного обеспечения с открытым кодом, это технологии системы разработки, то есть development framework технологии, это технологии масштабируемых распределенных вычислений, это технологии grid вычислений и, конечно, это технологии Unity Computing. Без сомнения, облачные технологии, с одной стороны, это очень приятная, простая в реализации пользовательской схема, но вместе с тем это достаточно сложное техническое решение. С помощью облачных технологий можно предоставлять пользователям самые разнообразные сервисы. Все, что касается cloud computing, то есть облачных вычислений, обычно принято называть аббревиатурой AAS. И расшифровывается эта аббревиатура as a service, то есть в виде сервиса, as a service. В настоящее время облачные технологии и их концепция предусматривают выполнение целого ряда разнообразных услуг для пользователей. И этими услугами могут пользоваться как специалисты в области инженерии, так и специалисты в области менеджмента, в области экономики, преподаватели, медики, все, кто использует современный виртуальный мир, современную виртуальную реальность. Особенно актуальным становится использование облачных технологий, современных облачных IT-компьютинг решений в условиях того пандемического кризиса, в условиях той ситуации, в которой сейчас находится наш мир, в которой находимся сейчас все мы. Поэтому поговорим о том, какие же типы услуг могут быть реализованы с cloud computing технологии. Это может быть технология storage as a service, хранение на сервере. И, пожалуйста, это самый простой из сервисов cloud computing. Микрофон еще есть, Динара, микрофон еще поищи, Динара. Сейчас. Технологии cloud computing на сегодня, уважаемые студенты, уважаемые друзья, уважаемые слушатели, представляют собой комплекс разнообразных IT-услуг. Ну, например, это технология storage as a service. То есть это технология, когда с помощью cloud computing предоставляется дополнительное дисковое пространство по требованию. Уважаемые коллеги, уважаемые друзья, без сомнения, каждый из нас имел ситуацию, когда мы имеем такое вот неприятное предупреждение на компьютере: логический диск заполнен, и чтобы освободить место, удалите ненужные программы. При этом услуга Storage as a Service дает возможность сохранять данные во внешнем устройстве, то есть сохранять данные в облаке. И для нас это облако всегда является дополнительным логическим диском
дополнительной возможностью хранения информации. При этом сервис является базовым для остальных, и он входит практически в состав каждого из современных способов хранения информации. Пример – это знаменитый Google Drive и похожие сервисы для хранения информации в облаке, которые мы с вами сейчас все широко используем. То, что на сейчас очень популярно и для каждого из нас чрезвычайно важно. Следующий вариант – это Database as a Service, то есть база данных как сервис. При использовании технологии Database as a Service, база данных как сервис, скорее всего, такая вот технология более интересна для администраторов баз данных, потому что это технология позволяет расширить возможности системы управления баз данных за счет того, что СУБД, система управления баз данных, была установлена на локальном ресурсе. При использовании технологий облачных Database as a Service значительно легче, значительно проще расшаривать, ну, такой вот компьютерный термин, мы с вами все эти термины знаем, проекты между различными пользователями, распределять обязанности, не говоря уже о том, что можно сэкономить очень большие деньги на использовании аппаратного решения в IT-области. И сэкономить огромные деньги на лицензирование программного обеспечения, которые для использования, грамотного использования современных баз данных являются очень серьезной проблемой, в том числе экономической проблемой. Покупка лицензии на часть программных продуктов, таких как современные мощные базы данных, это достаточно серьезная экономическая проблема для организации, которая будет использовать такую базу данных, даже для крупной организации. Еще одна возможность системы облачных вычислений – это технология Information as a Service, информация как сервис. Эта знаменитая легендарная технология дает возможность удаленно использовать разные виды информации. При этом эта информация может обновляться, может происходить рефреш ежеминутно, ежесекундно. Также еще одним очень популярным методом использования облачных технологий – это технология Process as a Service, управление процессом как сервисом. Уважаемые студенты, уважаемые коллеги, это технология, которая позволяет управлять удаленным ресурсом, связывать воедино несколько ресурсов, таких как услуги данных, которые содержатся в одном облаке, в одном клауд или в других доступных облаках для создания единого бизнес-процесса. Такие технологии чрезвычайно важны, очень популярны для создания таких программных систем, программных продуктов, как CRM, ERP-системы, HRM-системы. Также это технологии, которые сейчас используются для внедрения управления, автоматизированного управления технологическими процессами на производствах и позволяют экономить огромные ресурсы, огромные возможности, в том числе финансовые. Еще один способ реализации вот таких облачных технологий – это Application as a Service, приложение как сервис. Уважаемые коллеги, уважаемые друзья, уважаемые студенты, Application as a Service, иногда эту технологию еще называют Software as a Service, программное обеспечение как сервис – это технология, которая позиционируется как программное обеспечение по требованию. То есть это возможность развернуть на удаленных серверах и информацию, и возможность обеспечить доступ
для каждого из end-user, конечного пользователя, к такому удаленному сервису посредством интернет-ресурсов, интернет-инструментов. Причем все вопросы обновления, все вопросы лицензирования такого программного обеспечения на данном этапе регулируется исключительно поставщиком данной услуги. То есть фактически оплата производится только тем, кто делает такую вот услугу. Для конечного пользователя, для end-user это технология. В качестве примеров таких вот замечательных инструментов можно говорить о том, что мы сейчас используем это технологии Google Docs, то есть то, что сейчас у каждого из нас буквально на кончике пальцев, то, что мы используем каждый день и то, что является для нас сегодня супер актуальным, особенно вот так, как я уже об этом говорила, в условиях глобальной пандемии, в условиях кризиса коронавирусного, того, что сейчас с нами происходит. Это технология Google Calendar и разнообразные другие онлайн-продукты, которые мы имеем возможность на сейчас современно, совместно использовать. Также, уважаемые коллеги, уважаемые друзья, уважаемые слушатели, это... Это, Руслан, извините, это касается приложения, да, тех у кого есть приложение, что не оплачивать прямой, да, использовать... Да. Ага. Это CSS, да? CR. То есть это возможность бесплатного использования вот таких вот современных технологий, совместной работы и использования таких вот особенностей лицензирования. Ага. Уважаемые студенты, уважаемые коллеги, уважаемые друзья, также это использование таких технологий, как Platform as a Service, платформа как сервер, как платформа как сервис. При этом пользователь, end-user, имеет возможность использования компьютерной платформы, на которой установлена операционная система и некоторое базовое программное обеспечение, то есть какие-то utilities, то, что обслуживает эту операционную систему. Platform as a Service – это очень интересная революционная технология, которая позволяет не инсталлировать базовое программное обеспечение на компьютер, экономить место и использовать компьютер только как клиентское рабочее место для того, чтобы работать с базовым оборудованием. Еще одна очень интересная облачная технология – это Integration as a Service, интеграция как сервис. То есть это возможность получать из компьютерного облака полный интеграционный пакет, который включает как программное обеспечение, так и программные интерфейсы между application, между приложениями, и также он включает в себя механизмы управления их алгоритмами. Сюда входят очень известные и популярные услуги по обеспечению функционирования пакетов программных продуктов, по обеспечению централизации использования пакетов программных продуктов, по интеграции корпоративных программных систем в облачные сервера. Ну и очень, конечно, важная, очень интересная технология – это Security as a Service, безопасность как сервис. Уважаемые студенты, уважаемые слушатели, уважаемые друзья, вопрос безопасности всегда – это базовый вопрос в развитии информационных технологий, в киберпространстве, то есть вопросы cyber security, кибербезопасности, это вопросы острые, это такой вот как key line для работы в облаках всегда. Данный вид услуги security as a service – это возможность пользователю быстро разворачивать программные продукты, быстро разворачивать software и
это возможность обеспечивать безопасного использования веб-технологий, веб-сервисов, электронной переписки, это использование безопасных локальных сетей, то есть это то, что позволяет пользователю данного сервиса сэкономить время, сэкономить ресурсы, сэкономить деньги на развертывание своей собственной системы безопасности. То есть это использование облака как системы безопасности. Очень интересная технология тоже и очень современная. Также, говоря о облачных технологиях, следует поговорить о такой возможности современных облачных ресурсов, как Management Governments as a Service, администрирование и управление как сервис. Эта технология позволяет управлять, создавать параметры работы одного или многих облачных серверов, облачных сервисов. В основном это такие параметры, как общее использование ресурсов, это общая топология, это общая виртуализация с целью создания оптимальных услуг для администрирования и управления. Также, уважаемые студенты, уважаемые слушатели, очень хотелось бы поговорить о такой технологии, как Infrastructure as a Service. Это инфраструктура, компьютерная инфраструктура, виртуальная инфраструктура, как инфраструктурный сервис. При этом пользователю предоставляется компьютерная инфраструктура. Обычно виртуальные платформы, компьютеры соединяются в сеть, которую он может самостоятельно настраивать под свои собственные цели. То есть это гибкая абсолютно система, которая позволяет использовать виртуальное облако для настройки сервиса и совершенствования компьютерной инфраструктуры для создания тех условий, которые нужны конкретному пользователю. Также, уважаемые слушатели, уважаемые студенты, очень интересной технологией, информационной технологией является технология Testing as a Service, технология тестирования как сервис. То есть это возможность тестирования с помощью облачных систем. Облачные технологии дают возможность тестирования локальных систем с помощью облачных серверов и использования специального тестового программного обеспечения из облака. При этом предприятие не должно иметь никакого оборудования, никакого программного обеспечения. Все это находится на сервере. Таким образом, облако – это прекрасное технологическое, техническое, экономическое решение, которое позволяет расширить существующие ресурсы предприятия, которое позволяет дать предприятию новые возможности, не используя при этом каких-то дополнительных ресурсов и дополнительных возможностей. То есть это просто, ну, как бы такая вот очень интересная современная технология. Можно говорить о разных типах облачных технологий и облака можно разделить по такому параметру, как доступ и форма собственности облака. То есть облака бывают публичными, облака бывают частными и облака бывают гибридными. И эта классификация публичное, частное, гибридное облако позволяет делать доступ к нему разных типов пользователей и ограничивать права тех, кто будет заниматься вот в этой облачной инфраструктуре. Что такое публичное облако? Публичное облако – это IT-инфраструктура, которая используется одновременно множеством компаний и серверов. Ну, примером публичных облаков является, например, Google Docs. Google Docs – это публичное облако. Также это
Microsoft Office Web, например, приложение, Amazon EC2 приложение. То есть это приложения, которые принципиально направлены на использование любой компании, любым пользователем и являются принципиально free. Инфраструктура публичного облака позволяет использовать его возможности, но вместе с тем пользователь никогда не имеет возможности управления или обслуживания данным облаком. При этом вся ответственность за использование облака, за действия конечных пользователей лежит на владельце ресурса. То есть, уважаемые студенты, когда вы делаете расшаренные документы в Microsoft Office, тем самым вы всю ответственность перекладываете на компанию Microsoft за ваши действия. Она берет на себя все функции контроля, безопасности, обеспечения вашей работы и так далее, и так далее. Следующий вариант облачной технологии – это частное облако. Что такое частное облако? Частное облако – это структура, IT-структура, IT-инфраструктура, которая создается одной единственной организацией. И частное облако – это возможность организации самостоятельно управлять своими IT-ресурсами, управлять своей IT-инфраструктурой или возможность поручать задачу управления облаком внешнему заказчику, который имеет договор с соответствующим предприятием. IT-инфраструктура может размещаться как на серверах внешних, так и на серверах предприятия, и управляющие механизмы, конечно, находятся у предприятия, который является владельцем этой IT-инфраструктуры. И еще один тип – это гибридное облако. Что такое гибридное облако? Гибридное облако – это IT-инфраструктура, которая является симбиозом лучших качеств, лучших аспектов публичного и приватного, частного облака при решении определенной задачи. Такой тип, как гибридный тип облачной технологии, используется, когда организация имеет свои определенные периоды активности и хочет по каким-то причинам сэкономить ресурсы. Например, если внутренняя IT-инфраструктура справляется с задачами какой-то период времени, в этом случае облако не используют. Если инфраструктура не позволяет решать задачи, объем задач предприятия увеличивается, в этом случае облако начинает использоваться. Примером таких вот гибридных облаков являются предприятия, которые имеют большие объемы обработки информации в какие-то определенные сезонные периоды времени. И в таких ситуациях эти предприятия, когда облако простаивает, они его могут сдавать в аренду или использовать для других целей. Или это же облако гибридное они могут арендовать у кого-то, например, у какой-то другой компании, которая имеет мощное частное облако. Что же, какие возможности, уважаемые коллеги, уважаемые студенты, уважаемые инженеры, на сегодня у облачных вычислений? Что же революционного, что же интересного дают нам облачные вычисления и почему сейчас они актуальны так для каждого IT-специалиста, для каждого инженера и вообще для каждого человека, который эффективно использует компьютер и хочет быть в тренде, хочет быть современным. Прежде всего, это возможности доступа к личной информации с любого компьютера, подключенного в интернет, независимо от того, на какой локации находится пользователь. Во-вторых, это возможность работать с информацией одновременно с нескольких устройств. То есть это и компьютер, и планшет, и телефон, и все, что угодно, что только захочет конечный пользователь. Также, уважаемые студенты, пример облака – это возможность
оперативная гибкая смена операционных систем. Веб-сервера могут работать в браузерах любых операционных систем. То есть нет необходимости ставить на ваш компьютер, на ваш гаджет ту операционку, которая требуется у вас сейчас в текущий момент. Если вам надо поработать в какой-то момент времени с программным обеспечением Windows, пожалуйста, вы работаете Windows. Нужно вам Linux, пожалуйста, вы работаете Linux тоже. С помощью облачного сервера нет никаких проблем, все веб-ресурсы к вашим услугам. Также это, безусловно, такой очень важный, очень интересный момент, как возможность работы с одним и тем же документом, с одним и тем же проектом у разными пользователями с разных устройств и возможностей одновременного редактирования, просмотра, изменения документов. При этом как бы эта возможность использовать очень многие платные программы более дешево. То есть это возможность покупки одной лицензии и деления этой лицензии на определенное количество пользователей. Особенно это актуально в условиях предпринимательства, развития малого, в условиях развития возможностей работы в фрилансе и так далее, и так далее. То, о чем сейчас мы все говорим, и то, что сейчас является таким вот важным трендом. Также это ситуация, когда если что-то случится с вашим гаджетом, с вашим телефоном, с вашим компьютером, вы не теряете информацию, эта информация находится в облаке, и эту информацию можно использовать с любого устройства. Если это облако с возможностями security, в этом случае вы не имеете совершенно никаких проблем с обеспечением безопасного доступа к вашей информации. Также это, безусловно, облачные технологии – это оперативность, это свежая информация, то есть это возможность в интерактивном режиме, в реал-тайм режиме обмена, руководства, обновления разнообразных информационных ресурсов. Также, что такое облако и почему это так важно, и почему сейчас все говорят о cloud computing, потому что это возможность всегда пользоваться самой современной, самой последней версией программы, и при этом вам не нужно следить за выходом обновления такой программы. То есть облако вам даст доступ к самому лучшему, и иногда, если это публичное облако, это будет самое лучшее для вас бесплатно. То есть вам не нужно вкладывать свои деньги, свои ресурсы вашему бизнесу, вашему предприятию. Это всегда можно сделать вот в таком режиме. Также, если говорить о облачных технологиях, это возможность объединять свою информацию с другими пользователями, делиться ней, распространять ее. Это возможность цифрового маркетинга, цифрового продвижения информации и подобных вот таких вот на сегодня общих таких вот очень важных возможностей. Ну и уважаемые коллеги, уважаемые друзья, конечно, вот я выбрала такую тему облачные технологии, потому что на сегодня это очень актуальная, интересная тема. С одной стороны, каждый из нас, безусловно, что-то пробовал, что-то видел, что-то использует в этом направлении. Кто-то делает это как пользователь, кто-то работает и разбирается в этом как профессионал, как программист. Поэтому вот cloud computing я выбрала вот как такую вот тему нашей совместной беседы. Однако, конечно, захлебываясь от восторга о том, что существует такая вот технология, как cloud computing, всегда нужно быть объективным и всегда нужно говорить о том, что есть плюс, есть минус и есть такие вот как бы моменты, которые нужно учитывать при использовании как пользователями, так и разработчиками, так и софтвер-девелоперами, таких вот технологий для программных решений. Ну, во-первых, это необходимость постоянного доступа в интернет.
То есть это минус. В облаке нельзя работать автономно. Для того, чтобы обеспечить работу облака, необходим постоянный интернет-коннект, и интернет должен быть соответствующего качества, то есть это должен быть высокоскоростной современный доступ к интернету. Дальше это кастомизация программного обеспечения. Что это значит? Это значит, что есть ограничения на программное обеспечение владельцами облаков, на то, что можно разворачивать в интернете, на то, что можно смотреть и на то, что можно предоставлять пользователю. То есть пользователь имеет ограничения, которые ему выставляет владелец облака. С одной стороны, владелец облака может диктовать вот такой тип программного обеспечения. Если он считает, он дает самое лучшее, самое новое. Если он не хочет, он дает что-то другое. То, что ему нравится, или то, на что у него есть ресурс или есть деньги. И то, что пользователь, end-user, не может поменять свои настройки облака, с одной стороны, это advantage для владельца облака, с другой стороны, это такая вот проблема для того человека, кто эту облачную технологию использует и для кого это облако является объектом приложения сил. С одной стороны, вот мы сейчас говорили о том, что существует такой модуль облачных технологий, модуль облачных программ, как security. Но вместе с тем, какое бы ни было security, если это облачная security, всегда это risk insecurity. То есть всегда можно говорить о определенных степенях риска при использовании информации. То есть, когда используется гибридное облако или частное облако, или public cloud, общественное облако, в этом случае все равно владельцем сервера является кто-то другой. И 101% безопасности, как бы здесь вам никто не гарантирует. Облако само по себе является достаточно хорошо защищенной, надежной киберструктурой. Однако при проникновении в облако, при кибератаке, тот, кто это делает, киберпреступник, получает доступ к огромному хранилищу данных. То есть вся база становится его, все открыто. И еще один минус как бы облачных технологий – это использование так называемых технологий виртуализации. То есть в качестве хайпервизора, то есть наблюдателя, гипервизора, используется ядро стандартных операционных систем. То есть гипервизором, например, может быть система операционная Windows. И это позволяет использовать для киберпреступника те вирусы, те средства доступа, которые есть для такой операционной системы. То есть, зная точки болевые операционных систем, можно получить доступ к такому облаку и завирусовать такое облако. То есть это опять-таки вот минус таких облачных технологий. Также, с одной стороны, для клиента, для end-user, облако – это спасение, это экономическое решение, это экономия денег огромных. Но для владельца облака это достаточно серьезные затраты. Для того, чтобы иметь облако, это невыгодно, например, малым компаниям или даже среднему бизнесу. Облако выгодно использовать, но иметь свое облако, как бы это нужно хорошо считать. И еще, есть такой момент, как монетизация облака, монетизация облачных ресурсов. С одной стороны, конечно, можно брать плату с пользователей облака, если это частное облако. Предприятие может на этом зарабатывать и получать деньги. IT-компания может давать ресурсы кому-то, и
зарабатывать таким образом. Но вместе с тем монетизация не такая простая ресурсов и не такие простые и с точки зрения законодательства, и с точки зрения банковской системы, такие вот услуги в плане монетизации облака. Ну, сейчас, уважаемые студенты, мы все живем в период, когда все говорят о криптовалютах, когда все говорят о биткоинах. Вы знаете, что сказал, какие последние инновации нашего всеми глубоко уважаемого господина Илона Маска, что он вложил сейчас в биткоины и как он относится к этому. То есть сейчас вот развитие электронных валют, криптовалют, это еще одна сторона развития облачных технологий, то есть блокчейн, криптовалюты, это все как бы очень близко связанные между собой вещи, и это трендовые вещи. И как бы еще, ну вот, я хотела бы сделать вам такой небольшой обзор сервисов, программ, существующих на рынке в области облачных решений. Ну, я бы хотела, например, поговорить сейчас с вами о таком программном продукте, как iCloud. iCloud на сейчас очень много людей, которые любят, которые используют программные продукты компании Apple, которые используют компьютеры стандарта Apple. То есть это iPhone, iPad, iPod Touch, это Mac компьютеры. И iCloud – это разработка компании Apple, которая пришла на смену разработке Mobile Me. И эта разработка позволяет поддерживать полностью автоматический бесплатный облачный сервис, хотя имеющий некоторые такие вот как бы небольшие функциональные ограничения. Этот сервис позволяет хранить самый разный контент. Это могут быть почта, это может быть календарь, это может быть музыка, видео и так далее, и так далее, и так далее. Очень интересным облачным сервером, о котором, наверное, вы слышали, может быть, используете, являются такие облачные сервера, как такой сервер, как Google Play. Google Play практически на сегодня есть на каждом мобильном телефоне, и Google Play шутку называют корпорация добра. То есть это сервис, который позволяет размещать фильмы, музыку, приложения, книги. То есть это сервис, доступный с Android-систем. Это сервис, связанный с приобретением в таких вот интернет-магазинах, как Android Market, Google Music, Google и Blog Store и так далее, и так далее. Извините, Руслана, вот этот Google Play и iCloud, все это можно, они же используют как платформа сервис, да? Да. Pass Clouding, да? Да, это то, что сейчас, ну, Google Play практически каждый из нас когда-то что-то в нем делал. Мы без него, да, сейчас как без рук. Мы ни музыку не смотрим, без него ни фильмы, ничего. iCloud, ну, это разработка для Macintosh компьютеров, то есть это те, кто любит, пользуется компьютерами Mac. Ну, я не знаю, как, например, в Казахстане, вот скажите, пожалуйста, Macintosh компьютеры популярнее в Казахстане? Много пользователей? Ну, где-то 10%, можно сказать. 10-15%. То есть очень все-таки популярны, очень много людей их используют. Да, есть, но 10-15% у нас прямой идет как Macintosh, вот, операционная система. Но мы сразу изменим на Windows, сразу переустановлен.
Мы же привыкли вот этот на Windows, работать на Windows из-за этого. Из-за ограничений программного обеспечения и просто для того, чтобы удобство себе обеспечить. Да, да, удобство, ага, удобство обеспечить. Да, ну как бы пользователи на сегодня поделились на две группы. Это Mac people и Windows people, да? Да, да. Да, да. И каждый из нас выбрал для себя что-то. Вот то же самое телефоны. Мы поделились на... Apple и Android, да? Да, да. iOS и Android. Да. И каждый из нас имеет что-то свое, и это тема для многочисленных дискуссий. Всегда. Ага. Вот у меня iPhone, а у тебя там Android, а у тебя Samsung, а ты такой, а ты всякой. Да, это да. Кто как бы что любит, это такая дискуссия forever сейчас. Также очень популярный сервис, очень известный сервис, это OnLive. Это возможность играть на OnLive, это, наверное, вот студенты такое любят, может быть, очень часто используют. Это возможность играть в игры на даже самом простом слабеньком компьютере с помощью клауд-технологий на удаленном сервисе, сервере для того, чтобы на сервер бралась вся нагрузка по обработку больших объемов видеографики, и к пользователю она уже поступает в таком вот готовом виде. То есть это возможность на компьютере со слабой видеокартой, со слабым процессором использовать возможности сервера и современной компьютерной графики. Уважаемые студенты, программисты, информатики, кто OnLive использует? Признавайтесь. Кто пишет компьютерные игры? Кто играет на компьютере? Кто любит IT? Во что вы играете? Расскажите. Признавайтесь. Ну, напишите мне потом в приват. Не хотите сразу все эти секреты открывать. Я поняла. То есть, уважаемые студенты, и да-да. Не-не-не. И не думайте, уважаемые студенты, уважаемые коллеги, что игры – это только игры. Игры – это огромная бизнес-индустрия. Это огромные возможности заработка, хорошего заработка для инженера, для IT-специалиста. То есть инженер, разрабатывая игры, особенно разрабатывая игры для мобильных телефонов, на сегодня может зарабатывать очень хорошие деньги. И огромное количество стартапов, среди молодых людей, среди инженеров направлено именно сегодня на разработку Mobile Application Game. То есть это игры для мобильных телефонов. Я знаю очень многих молодых людей, которые вот им 15-16 лет, они заработали свои деньги и хорошие деньги за год, два, там пять на вот таких вот стартапах. Да, 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 именно... Те, кто создали вот интерфейсы, игры, у кого есть стартапы, да, они зарабатывают много денег, особенно именно во время пандемии. Я тоже знаю люди, которые зарабатывали, еще знаю, еще инвестировали вот это. У кого есть стартапы, они инвестировали вот это проекты, и за счет этого тоже зарабатывали немало денег. Я абсолютно согласна с уважаемым коллегой, что это очень интересное направление, и люди, находясь в условиях самоизоляции, находясь в только в своем доме, в своей квартире, они всегда, конечно, ищут какие-то способы отдыха. Отдыха, проведения досуга, даже такого своеобразного общения с друзьями с помощью компьютерных игр, с помощью мобильных игр. И это для вас, уважаемые студенты, как для будущих инженеров, как для будущих IT, возможность вложить свой ум, возможность вложить свои знания и получить
отдачу, получить отдачу финансовую в виде новых решений, в виде своего бизнеса, в виде развития своего собственного дела. И это очень интересное направление. Сейчас это очень-очень перспективно и дает очень много прекрасных результатов. Также это такой сервис, как Xbox Live. Xbox Live. То есть это тоже такой вот игровой сервис, который позволяет получить очень мощную, богатую функциональность, и это также игровой облачный сервис. Он позволяет играть в онлайн-игры, скачивать, покупать разный мультимедиа-контент, использовать онлайн-магазины сервисные. Это фактически возможность создать такую вот новую виртуальную реальность для геймеров. Это возможность работать с консолей, с гаджета. Все это делать с помощью облака. Уважаемые студенты, уважаемые инженеры, обратите внимание на это направление. Это очень интересно, это современно. Это то, что может создать вам работу и может создать вам, позволить создать вам свой бизнес, как IT. Также очень, ну, хотелось бы, конечно, отметить, что очень самым, как бы, популярным сервисом на сегодня, очень многим программистам интересен такой сервис, как SaaS, S-A-A-S. Еще его называют программным ландшафтом, то есть это сервис создания программных облаков. И на базе этого сервиса SaaS существует возможность создания своих собственных, очень интересных программных решений. То есть, уважаемые студенты, уважаемые коллеги, конечно, я думаю, что все вы со мной согласились, что это перспективное, интересное программное решение, и существует множество программных продуктов, не только то, о чем я сейчас говорила. Это такие примеры, как, например, Dropbox или Windows Live SkyDrive. Это программы для... Да, коллега, вы что-то хотели сказать, да? Это Panda Cloud антивирус система. Это другие системы, которых существует огромное количество, и это очень интересно. То есть, если делать такую шутку, есть такая шутка про облачные технологии, то облако – это облачно или это ясно? То есть, если эта технология прозрачная, если эта технология безопасная, если эта технология, которая обеспечивает security и позволяет уйти от того, чтобы держать в кармане много лишних вещей. Не носить с собой, как раньше вот ходили люди, которые любили компьютер. У меня аж спина болела и плечо. С собой носите дисковод, с собой носите всякие кабели, с собой носите провода, с собой носите всякие устройства, еще когда-то модем такой переносной и так далее, и так далее. То есть это возможность быть более мобильным, это возможность использовать более современные технические решения и в такой вот полной мере реализовать с помощью современных технологий свой научный потенциал, свой интеллектуальный потенциал, это возможность заработать, это возможность создать свой стартап. То есть, завершая уже нашу вот такую вот с вами дружескую беседу, уважаемые студенты, уважаемые коллеги, я призываю вас всех учить информатику, учить IT. IT – это будущее, IT – это новые решения во всех отраслях народного хозяйства. IT – это на сегодня путь к успеху, это возможность получить бизнес, это возможность заработать деньги. Поэтому, если вы выбрали такую профессию, мне сказали сегодня, что здесь много будет инженеров, как IT, я вас с этим поздравляю, вот, и скажите спасибо
университету, который дал вам возможность учить это все. И желаю вам... Спасибо, спасибо. Успеха, всего самого лучшего. Спасибо. Вы сказали, что очень замечательная тема. Спасибо за информацию. Да, сейчас облачные технологии широко используются, да, в данный момент, в настоящее время. Вот как раз мы хотели вот именно специальность вот IT, мы хотели в этом году хотели открыть, ну, в будущем, вот в следующем году хотим открыть вот направление именно вот клауд-технологии, направление клауд-технологии. Как раз для этого специально, что... Спасибо. Спасибо большое. Я вот очень рада, что, видите, хорошие мысли приходят сразу одновременно нескольким хорошим людям. Вот, и вы хотите облачные технологии, и студентам они очень нравятся. И я тоже очень рада возможности работать в этом. Уважаемые студенты, уважаемые коллеги, я была очень рада с вами работать. Мы всегда с огромной благодарностью вспоминаем тот прекрасный, тот теплый, тот замечательный прием, который мы получили в вашем университете. Пан Януш еще до сих пор вспоминает кумыс. Вот, как было вкусно и как было хорошо. И хороший концерт, который был, красивых девушек, которые ему наливали кумыс. Он очень довольный был такой, и все наши коллеги. Поэтому я вас еще раз приветствую, передаю вам привет, объятия, самые лучшие пожелания. Спасибо, спасибо. Да, у наших коллег учите IT, поддерживайте свой университет, развивайте, несите высоко его знамя и всего вам самого хорошего, удачи, здоровья и до новых встреч. И вам спасибо, и вам спасибо. Передайте привет всем от нашего университета. Спасибо большое. Если есть какие-то вопросы, уважаемые студенты, вот я забыла совсем, я напечатаю вам свою электронную почту. Пожалуйста, буду очень рада, если что-то вы спросите, может, когда-то напишите. Вам тогда хорошего настроения, здоровья, удачи и всего самого лучшего. Спасибо. Ждите профессора Собаня в гости в интернете. В области профессор Собань будет. Спасибо. Спасибо. Тогда, если нет вопросов, уважаемые студенты, уважаемые коллеги, тогда до свидания, до новых встреч. До свидания, до свидания. До свидания.